ваши прятки, я пошел в Marvel играть. Ты... Ну что ты такой? Что ты такое говоришь? Ну все, разозлился и ушел. Да ну нет! Ну не надо, Эдуард! Да надо играть, да, когда брать нормально! Я нет, ну Бишка, все, хватит, успокойся! Не надо. Да. Девять, десять, да нет, ну реально, ну не считается! Семь, шесть... Наташ, ты где? Да хотя бы последние секунды дайте, ну вы прикалываетесь, нафиг, ну что это? Не убивай, не убивай, не убивай. Кто? Убей его! Все, Эдуард! Беги, Клайб! Клайб! Я не зайду, вы меня убьете. Иди сюда. Давай! Я подловлю момент. Что ты хочешь? Вы меня убьете нафиг, как только я зайду. А что ты вылетел? Нет, давай заходи. Все, не трогай его, не трогай его, Бишка. Ладно. Давай, цепляйся за мои ноги, Хрэй. Бишка, давай ты на этой стороне. Ищи прям все, что только можно. Я побегу. Хорошо. На ту. Давай. Прячься за мои ноги. О, Клайб зашел, Клайб зашел, Клайб зашел. Где Клайб? Да ты сказал, не тронешь! Я больше не зайду. Да я шучу! Все, вот так вот. Так, в читерных местах на деревьях нельзя. Знаете, да? И там, где спряталась прямо сейчас Натаха с Херейдом, тоже нельзя. Почему? Потому что это читерное место. Оно не читерное. И в этих стенках тоже нельзя. Вы это знаете. Ну это понятно. Так я в игре и сдох, я не понимаю. Ты сдох, Клайб, ну ты ж тебя ж нашли. Ну да, я в игру зайду, ну дай спрятаться. Так уже все. Ну что, я нафиг каждый раунд буду сдыхать? Так ты уже не успел, Клайб. Ну типа, так что, в смысле? Подожди, а что я могу поделать? Не, я в игре, все. Нет! Ну да, ну да. Ну нет! Ну да! Ну нет! Ну да. Нет, Клайб! Ну пожалуйста. Так почему, если тебя нашли? Ну я попрятаться хочу. Это не в правилах, нафиг. В каких нафиг правилах? Вот и наших нету. Ну что? Так, еще раз скажу, на деревьях нельзя. Просто, чтобы вы знали. Успокойся, Клайб, все. Ты умер. Клайб, ты уже не играешь, понимаешь? Я в следующем раунде не буду искателем! Да, ну ладно, я буду. Фиг вам! Ты со мной будешь искателем, да? Нет, Жулик, с кем угодно, но не с тобой. Окей, договорились. Договорились. Договорились, что будем искать. Вот и договорились, Жулик Плей, что мы с тобой не будем искателями. То, что мы будем, да, искать? Жулик Плей, я не буду с тобой искателем. Ну, вот знаешь, что значит слово «нет»? А вот «нет» — это значит «не буду». Они уже в каких-то таких местах... Оно в Белом доме, да? Это кошмар! Первый человек, а только дошел! Кока ее, Бишка! Да ты бесполезный! Ты бесполезный! В смысле нет, я одного домера убью. В каком нафиг синем доме? Ну вот на твоей стороне синий дом есть. Вот она там гуляет. Нет! Все, иди в это самое. Это кошмар какой-то, Бишка! У тебя вообще совесть есть? Нету, в том-то и дело. Ищи давай! Так, а я здесь все проверил? Как будто бы... Нет, ну здесь плохое место, да, подписчики? Вот здесь, да. Знаешь что? Давай, если Бишка убьет меньше человек, чем ты, то он спалит лицо. Нет. Чего? Нет, давай! Нет. Бишка на 13, на 16 миллионов палит. Ну ладно. Ребят, за что вы сегодня? Именно. Что? Я не понимаю, там кто-то есть или нет? Почему мне пишут плюс 100? А я патроны не взял на гранаты. Бичка, честно тебе сказать, ты, наверное, самый бесполезный. Да я ищу, я стараюсь. Это просто кошмар. Плохо стараешься, Бишка. Ну вот прям очень. Она же у меня брать. За кустики так давали, плюс 100. Так, Бишка, в кустиках тоже нельзя. В кустиках нельзя. Как вылезти, вот. В кустиках нельзя. В бочках тоже нельзя. Вы же знаете, да, это? Да, конечно. Конечно знаете, да? Тогда очень хороший вопрос, где эти двое спрятались. И где нафиг... Подожди, а с чего ты взял... Цель найти только нас двоих, да? А с чего ты взял, что мы вместе спрятались? Потому может, что мы сказали, что вы может, вместе. Может, мы тебя байтим, что ты искал нас двоих? А будет только один. А может, мы сейчас тебя байтим, что ты искал нас двоих? Я на тебя спрятался! Да не бей меня! Какого? Почему? А я-то за что? Спасибо. Это издевательство. Подписчики, вы же видели то, что я прямо в нее выстрелил? Ну прямо в нее!
И она такая, нет, я не буду вот это вот электрошокериться. Это уже читерство какое-то, Блум. Чё, а чё я-то как попал, так это... 6 минут, Бишка. Да никого нету и пытаюсь найти. Да потому что ты не ищешь. Кто это, кто это? Где? Скажи, где? Это где? Конюшня белая на твоей стороне. Какая она конюшня? Да без понятия. Ой, извиняюсь. Выздоров. Ну, здание купил. Ой, извиняюсь. Выздоров. Так она не белая, а ты? Какая она? Она коричневая. Бишка. Эдуард, вот где-то здесь может быть тепло, так сказать. И холодно, я вот. Клайп. Ярик в конюшне! Бишка, это вообще бесполезное место. Он выбраться не может. Я залип, господи. Это такой бред. Здесь выбраться можно с одного места, и тебя кулаком бьют. Что за шокер, который позволяет тебя кулаком бить? Ярик, Ярослав. Ваши прятки, я пошел в Марвел играть. А как же вещи собирать? Ярик! Ты... Ну что ты такой? Что ты такое говоришь? Ну все, разозлился и ушел. Это все из-за тебя, кстати, Клайб. Бишка, я нашел больше, чем ты. Вот, ну честное слово. Я Армешу только что убил. А я Ярика. Почему пушки у меня меняются местами, я не понимаю. Не, ну это кошмар нафиг. Это реально кошмар. 6 человек. Эти 2 бабуина где-то в таком хорошем месте спрятались, то что фиг их найдем. Ну как сказать? Какие 2 бабуина? Вот вы, да, вдвоем. Так вы Клайпа давным-давно нашли с этим. Да. Не-не-не, я про тебя и про Натаху. Да я вроде не похож на бабуина. Похож. Да я вроде в обычном месте максимально. Да, я тоже. Клайп, ты вообще прятаться научись в первую очередь, потом зевай. Да знаешь что, Эдмар? Я не буду. Да, вот именно. Только ж нет, вот эти все лечки, которые я знаю, тут уже давным-давно никто не прячется, как будто бы. Ну ты кое-что как будто бы не проверил. Клайп. Что? Клайп. Не надо. Клайп. Что там в этой локации? Будь потише, пожалуйста. В этой? В этой? Нет, я не буду сказать конкретно, но что-то где-то тут присутствует. Клайп, ну это кошмар какой-то. Ну ты можешь как человек общаться? Ну. Я этого Клайпа. Ты можешь сказать, какой именно локации? Клайп, молчи, Клайп, по временам крутое место. Клайп, 200 рублей, ты ничего ему не говоришь. Клайп, я не говорю конкретно где. 700 рублей, 700. Ты за всю игру проходи. 800, ты молчишь, да? Я проходил это место. Я проходил это место. Ну был рядом. 1000 рублей, ты молчишь. Да все уже, он спалился, что можно было. Да нет, ну в смысле, я ж не сказал где. Вот это вот место, да? Вот это вот. Молчи. Вот это вот, да, Клайп, место вот это вот. Нет, не это, только не это. Наташ, спасай! Наташ, спасай! Надо было спокойно! Пшеница! Там где пшеница, огромная бочка эта! Здесь везде пшеница, Эдуард! Ты дурачок, нет! А где? Ну когда шокером слышишь, что ударяют, и после этого звук электричества, очевидно, что попали! Прости меня! Я вижу ее! Где? Скажи, где? Она укрылась этого белого дома. Какого белого дома? Вот, прямо побежал туда вот. Она в синем доме, это, зайди в этот синий дом. Синий дом вот это. Да, она тут убегает. Куда убегает? В какую сторону? В какую-то сторону, противоположную вот эту. Мазафакер, ты можешь нормально нафиг говорить, ты можешь сказать, какое слово противоположную. Как я могу знать противоположную? Я так угорать буду. Ты дурачок, ты нафиг ее... Ты не понимаешь, что вы вас имеете. Кусок бесполезного Татарстана, так ты скажи, нафиг, где? Ядрен батон, ты скажи налево, направо. А ты мне говоришь, куда-то противоположную сторону по отношению к кому нафиг она убегает? Бишка, у тебя была одна задача. Я не понимаю сам. Я тебя нафиг, почему у меня вот это вот, почему мне всегда в команду попадаются вот, ну, как бы, не слишком большие интеллектуалы? Да потому что тебе меня надо. Ты сам выбираешь. Противоположную к чему сторону она побежала, ты? Противоположную беде.
А ты в какую сторону смотрел, чтобы я знал, в какую сторону она убежала? Вперед! Она здесь! Беги, беги! Она в мельнице! Да! Господи! Ну все, стоп, игры осталось. У вас осталось 50 секунд. Привет, Эдисон. Ты был на водопаде? Это тебе на кофе? А, на водопаде я был. Я все, я не знаю, где она может быть. А я в хорошем месте. Попробуйте найти. Давай, я подскажу. Давай, подсказывай, подсказывай. Нет, давай, сейчас. Давай. Она на другой стороне. Не надо, иду курит. Она да в том не месте... Она... Ты думаешь, за 30 секунд до тебя добегут? Она в том месте, боюсь. Где прятался этот, где прятался Ярик. Я дам одну звуковую подсказку. Не, точно не на той, и точно не на другой, где-то там посередине. Это, кстати, анекдот очень веселый. Что это, что это нафиг значит? Это звуковая подсказка. Звучит как конюшня. Звуковая подсказка. Ой, Ярик, ты вернулся. Три. Два. Ой, Эдуард, ну ты вообще не умеешь разбираться в подсказках. Ну это было очень легко, кстати. Ну это считаю, такое место, про которое все почему-то забыли. Да. Ну а настолько знаю, очевидно, что я здесь... А, я тебя нашел, вот! Я был сзади тебя все это время, оказывается. Победили, ура! Да, мы победили. Нет! Просто надо проверять все места. Я говорю, Бишка, это твоя сторона, проверяй. И Бишка тем временем просто... Что-то, я... А надо было меня брать, понимаешь? Я бы всех да! нашла бы, понимаешь? Она вот, побежала в противоположную сторону, нафиг. Бишка, научись разговаривать и искать. Кто поговорил с Фигрой? А чё, я нормально ищу? Да ветеран!